я принесу тебе удачу. Я дам тебе власть над временем. Братья мои, вы радовались, принимая нас обратно в ряды хранителей рая. Вы не спрашивали, почему нам, палачам сестер, дозволено было вернуться. Мы освободились и вознеслись обратно не для того, чтобы снова блаженствовать, радуясь драгоценным каплям. Мы вознеслись, чтобы принести вам страшную весть, чтобы подвергнуть нас всех горькому испытанию. Теперь все пройдут искушение казнью, ибо там, в кошмаре, куда мы сбросили Ина и Ани, превратив их в подобных нам, стало точно известно, что это они, а не мы, истинные убийцы. Ересь сестер превратилась в скрытое восстание. Теперь они знают, как собрать весь его цвет в одной точке и разом растратить на смертоносный прорыв. То, что мы приняли за вспышку безумия, оказалось заговором. То, что считали вывихом, оказалось закономерностью. А Аня открыла, что успела поделиться этим знанием с двумя сестрами. Нам осталось выявить их и надеяться, что эта чума еще не расползлась.
потому что воистину, если в корзине испортилась одна рыба, скоро испортится вся. И лучше нам оставить ему одну сестру, чем вечно дрожать за его существование. Не будем медлить. Исполняйте свой долг, хранители рая. У меня мало цвета. Накорми меня, пожалуйста. Thank you.